Итак, ребята, всем привет! Подъехала новая версия Parallels, и в этом видео мы поговорим на эту тему. Обновили параллельку 19.3.1 теперь у нас. Вот наша папка. Данная папка будет в Telegram-канале, а также в Discord-сообществе. Поехали! Первое, что нужно сделать, это отключить SIP. Как его отключать, показано в предыдущих роликах. Приложу в аннотации, будет. Поехали. Устанавливаем нашу виртуальную машину. Проверим версию сразу. 19.3.1. Это у нас чистая установка. Это не обновление. Далее нажимаем. Закрываем параллельку и нажимаем на Activation Tool с зажатым Ctrl. Нажимаем открыть. И нажимаем Install. Вводим наш пароль. От пользователя ожидаем. Все. Далее отключаем проверку в библиотеке этим скриптом. Открываю по терминал, вводим пароль. Все, операция завершена успешно. И далее просто блокировка доменов. Открываем блокировку доменов. Сейчас вот открыть. Вводим пароль. Все домены заблокированы, закрываем терминал и пробуем запустить нашу виртуальную машину. Все запустилось. Вводим пароль. Пожалуйста, у нас активно виртуальная машина работает. Windows. Давайте перезагрузим, чтобы обновить Parallels Tools. И подождем некоторое время, выйдет ли у нас эта ошибка. Проверим. Все прекрасно у нас работает. После перезагрузки система требует обновления. По поводу Copilot мы поговорим в следующем ролике. Это будет ролик на тему Windows 11 24H2. Затронем тему с Copilot. Он у нас пропадает благодаря геолокации. То есть в России и в Беларуси. Мы попробуем это исправить. Давайте подождем, выскочит ли эта ошибка.
Как мы видим, ничего не происходит, Windows работает как и работал, все прекрасно, без всяких ошибок и уведомлений. Делаем все по инструкции, все у вас получится. А если данный ролик был полезен и понравился, ставим лайк, подписываемся на канал. Вам не сложно, а для меня это мотивация делать новый контент. Всем пока!